Ребят, вы знаете, что такое академическая честность? Нет. Нет? Вы когда-нибудь списывали друг у друга? Нет. А ты когда-нибудь списывал у кого-нибудь из ребят какие-нибудь работы или подсматривал в учебник или в тетрадку? Он так же вытягивает. Тебе не было стыдно, когда учителя видели, что ты списываешь или что? Они не видели. Ты когда-нибудь нарушал правила академической честности? Ну, бывали некоторые моменты. А как? Ну, бегал, дрался. А как? Я давал списывать домашние работы. Да. А как? Я списывал у других студентов. Было не раз. А как? Я использовала маленькие шпаргалки, которые записывали себя на руке, но впоследствии меня их стали просто стирать. Постоянно. Как? Абсолютно по-всякому. Я думаю, для студента IB это неприемлемый вопрос. С чем это связано? С тем, что я чего-то не выучил. Связано с тем, что иногда вечером у меня не остается времени, чтобы выучить материал. Подсматривал учебник там. Это чисто цель для самопознания. Да не мучила совесть при нарушении норм академической честности? Нет. Неприятно, особенно когда у этого учителя есть доверие ко мне. Какие меры были приняты учителем? Аннулировали мою рубежную работу, забрали шпаргалку и сказали, что завтра приходи переписывай. Работу забрать или на баланс сам съесть. А как ты считаешь, должны ли студенты соблюдать правила нормы академической честности? Конечно, должны. А почему? Чтобы видна была их успеваемость. Конечно. Потому что это правило, это академическая честность. Обязательно, потому что это очень повлияет на их дальнейшие знания и по жизни им очень поможет быть честными, правдивыми. Разумеется, должны, поскольку любые контрольные работы, любые эссе, любые проверки – это прежде всего то, насколько хорошо знаете вы, а не насколько хорошо знает интернет или ваш одноклассник. Нет, я считаю, каждый как может, так и работает. Хочешь жить, умей вертеться, да? Ну да. Ребята, не стоит подставлять ни себя, ни школу.